эпиарнисовые, семейство вымерших нелетающих птиц из склады бескилевых, единственное в отряде эпиорнисообразных. Обитали на Мадагаскаре в Плейстоцене, Голоцене до середины XVII века. Вымерли, в результате охоты людей, а также климатических изменений. К Эпиарнисовым относятся одни из самых крупных птиц, существовавших в историческое время. Мадагаскарский пиорнис достигал более трех метров в высоту и весил 450 килограммов. Голова имела прямой, толстый конический клюв. Головы у птицы была небольшая по сравнению с размерами тела. Шея была пропорционально длинной, с 17 шейными позвонками. Крылья были рудиментарными. Птица является ближайшим родственником современной нелетающей птицы Киви, которая размером всего лишь с курицу. Питались плодами, корнями и листьями деревьев.